Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, БТЦ бокс называется, где я абсолютно без вложений зарабатываю биткоин сатошки, собираю, ну а вывожу их в рублях. А выводить можно как в криптовалюте, в рублях и в долларах. Все замечательно, друзья. Бокс платит. Вывод производится в ручном режиме. И у меня очередной вывод 107 рублей. Так. История. Вывод. Я заказывала вывод 10 тысяч биткоин сатошиков. Это по курсу биткоина 107 рублей 66 копеек. Переходим. Сейчас перейдем на почту. Вот такое вот мне тут письмо пришло от них. О том, что они мне выслали, как бы говорится, платеж. И сам вывод. Плюс 107.66. 3.11. Значит, и комментарий BTC Books. Вывод. И также на Payeer. Также 3 ноября перевод выполнен. 107 рублей. BTC Books. Все замечательно. Значит, что я еще хочу сказать. Сам вывод. Сейчас вам покажу вкладочку. А вот вывод. В BTC можно, в биткоинах, в лайткоинах, в догикоинах, в USD. Минимум 10 тысяч USD и рублей. Ну а здесь уже минималка в криптовалюте 30 тысяч. И лайткоин, догикоин также по 10 тысяч. Вот я выводила в рублях. Хочу напомнить о том, что после того, как вы закажете вывод, вам на почту придет письмо. Нужно подтвердить вывод. Это обязательно. Я заказывала поздно вечером. Заказала вывод. На почту не пошла. И успешно сделала завершение работ. Вот. И на утро уже начала смотреть. А вывод у меня не подтвержден. Смотрю уже на почте письмо. Пришло, что нужно подтвердить. И пришлось уже второй раз я делала подтверждение. Как бы отправляла. И вот такая вот у меня ошибка вышла. Так что не забываем подтверждать письмо. Букс, друзья, очень легкий. Ну вот очень. Капча, ну, капча вообще нет почти. Она очень-очень редко. Ну и рекламок тут предостаточно. Вот у меня на данный момент 13 рекламок на 99 биткоин сатошиков. Согласитесь, неплохо. Также здесь есть кран. Шортлинк и Affirval. Я довольна боксом. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.